Уверенная тенденция к снижению. Год 2015. В Новополоцке совершено 649 преступлений. 9 месяцев прошлого года – 442 преступления. Такой же период этого года – 368. Положительная динамика налицо. И ведущая роль в этом, несомненно, отводится эффективной профилактике. В зале специалисты озвучивают опыт. Формы в предупредительной работе практикуют различные. От бесед, встреч, трудоустройства до изоляции опасного контингента от общества. И все же. По некоторым милицейским направлениям в этом году отмечен рост. Например, совершенных хулиганств стало без малого в 2 раза больше. За 9 месяцев 2018 года было совершено 31 преступление. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года – 12. Соответственно, на 19 преступлений увеличилось количество хулиганств. 24 преступления, или 77% от общего количества хулиганств, были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Совершаются указанные преступления как взрослыми, так и несовершеннолетними. К слову, несовершеннолетними совершено 5 преступлений. Рост случаев причинения тяжких телесных повреждений, убийств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И причем злоупотребление алкоголем как причина занимает ведущие позиции во всех преступлениях. И правонарушениях, кстати, тоже. Детальные анализы специалисты приходят к единому выводу. Эффективность профилактики напрямую зависит от четкого и оперативного взаимодействия всех служб. Правоохранителей, медиков, работников коммунальной сферы, образования, органов власти. И в этой совместной работе в условиях современности формы и подходы необходимо совершенствовать. Александра Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.